День добрый, вспомним волнорезы, волнорезы на Азовском море. Видны эти камушки, прыгнувшие в море отовсюду. Уже, наверное, мало кто и замечает эти баррикады. Кажется, что они здесь всю жизнь стояли в воде, словно сама природа их создала. Режут волны волнорезы на Азовском море городок-курорт Приморск. Было принято решение улучшить берег, сохранить пляжи. Рекреационная полоса должна соответствовать городу-курорту. И было совершено грандиозное мероприятие – попытка сооружения искусственных преград морским волнам. И вот, если так не очень умничать, надувая щеки, оставив в покое научную сторону вопроса, забыв проблему лиманов, конечно же, дело было серьезное, заботились о том, чтобы удобно было отдыхающим в первую очередь. Как получилось, посмотрим такие маленькие кусочки разного времени и пройдемся там, где можно, вместе пойдем смотреть.